сейчас отдадим Малахову сказку. Тогда еще раз. Давайте, возьмите, положите. Маша, отойди от камеры подальше. Вот, вот, хорошо. Давай, можем. Пусть говорят. Сцена 7-6-7-А-2-1. Вторая хлопушка. Убежал. Вторая. Убежал. Куда бежать? Куда бежать? Я подрабатываю всеми здесь. И на кассе тоже. Помогите, пожалуйста, добраться. Кто сколько может, помогите добраться. Пожалуйста, я вас очень прошу. Господи, дай вам Бог здоровья. Выйдем. Никитина Татьяна Викторовна, 1982 года рождения. Работаю... Сейчас, секундочку, замерли. Никитина, справа по себе. Тишина? Тишина? Лучше поздравить можно. У нее дебют. Да. В качестве операционной сестры у меня дебют. Меня пустили. Да. Даже Павлу разрешил помыться на оперирование аорты. Помылась? На протезирование аорты. Да, ты, значит, пеклю. Пеклю. Подождите, вы же все это еще пропустили целый кусок. А я раньше сняла. Раньше просто. Да. После чего? Да, почему он пошел? Зачем пришел? Просто раньше сказала. А что приперся, да? Да, что приперся. Да, что мотор? После чего говорю я? Что? Я сказал, снимай. В чем дело? Снимай, тянет здесь. Что там случилось? Робот твой. Я так и знала. Что испортился во время операции. Ой, девушка, помогите мне, пожалуйста. Подожди. Ну, не может быть. Вернись обратно. Чем ты сегодня прям жжешь у меня. Так. Чем все-таки не надо тебя раньше привозить. Ну да, столько проблем потом. Игорь, налепи ей обратно. Не пить раньше, на полтора часа привезли. Игорь, налепи ей обратно вот это. Леночка, убери волосики. У тебя такая просто классная прическа, все время волосы в глаза лезут. Ты моя модная. Игорь, налепи ей это все обратно. А что у тебя за черные нитки тянутся по шее? А нет, это волосы. А смотри, как нити. Ну ладно, не важно. Леночка, все очень красиво. Ты очень красивая. Мне тут спину толкают. Мне уже во сколько лет, я уже за это. Да ладно, Леночка, мы все знаем. Плевать, все. А даже те, кто не знает, все каналы им расскажут. Все, мы все знаем. И начали. Ну, пару минут тебе есть. Спасибо. Созвонили. Куда? Сейчас. Сознание еще не пришло. Гаденыш мистер. Пришли результаты вашей биопсии. Опухоль ДБА качественная. Так что мы ее удалим. Но учитывая... Я забыл, простите. Учитывая этот... Там в приемном ваш муж прождал вас всю ночь. Еще раз, там в приемном ваш муж прождал. Прождал, да. Там ваш муж в приемном всю ночь вас... Ваш муж, да. Да. Можем. Доктор, как Камила? Как? У вашей жены была попытка суицида. Как суицида? Как? Скальпелем себе руки порезала. Ну, я при... Сейчас, дайте... Да, да он тебя закапал, потому что... Как? Все. Так, понадобится много крови, запас есть? Да, работайте. А давление чего? Держит. Ну и хорошо. Все, погнали. Засыпай, чё? 21 телефон. А ты чё? А она чё? Чё? Давайте чё? Не умеет водить это. Так, ладно, все. Капсулу ушили, плод сохранили, так что мы молодцы, да? Следующий! Ну, паузу побольше сделай. Почему? Чтобы не вырезали? Ну, конечно. Следующий! Выходи! Эй! Сказал маленький, он там еще, подожди, дай ему.